Заказали на сайте Мепхоум прихожую «Сокол». Вот, как видите, у нас очень узкая прихожая сама по себе. И долго искали прихожую, которая по нашим параметрам подойдет. Вот идеальный вариант попался. И по расцветке, и по компоновке. Очень удобный. Вот. Сначала купили мы с тремя вешалками, потом докупили еще. Повесили. Это же семья у нас большая. Вот, двое детей. Вот. Привезли все вовремя. В тот же день, как и договаривались с курьерским службой. Вот, все пришло замечательно упакованное, в коробках, без повреждений. По сборке тоже проблем не было, там инструкции, все предельно понятно. Пришлось немного усилить ее в части прикрепления к стене, потому что дети у меня очень любят на всем качаться. Ну, а так, в принципе, штатное крепление тоже подходит, все прекрасно. Вот такие полочки. Тут бардак у нас уже, апельсинчик. Вот. Вот под шарфы, под варежки. Вот такая вот тумбочка с барахлом. Это под ботинки. Несколько отсеков. Вот. Все здорово. Хорошее качество. Так что всем рекомендую, у кого такие узкие прихожие, это как раз вариант самый подходящий. То есть со всех сторон сейчас сниму ее еще. Вот, да, то есть вот такая вот ширина у нас. Вот. Вот, так что всем рекомендую.